Ну что, дорогие друзья, вот и пришел конец Ютубу. Вернее, не самому Ютубу, а монетизации в России, ибо с сегодняшнего дня прошла информация, что монетизация приостанавливается. Я полез сразу в Ютуб, посмотрел, да, действительно, блогеры снимают и говорят о том, что монетизация временно приостановлена из-за действий тех, которые сейчас происходят там. Ну, как вы все сами понимаете прекрасно, что это политика, санкции. И что будет дальше, ребят, я вообще не знаю, что происходит. В общем, многие снимают видео на ту тему, что им пришло сообщение от компании Google о том, что монетизация приостанавливается. У меня пока такого сообщения не приходило, пока значок монетизации висит. Ну, пострадают в большинстве своем те блогеры, у которых просто огромные заработки. Ну, прошла информация, что уже можно как-то там по-другому зарабатывать. Я пока еще толком не знаю. У меня маленький канал, но, конечно, жалко тех, кто миллионники, кто зарабатывает хорошо с Ютуба, у кого это единственный источник заработка. В общем, короче, такие люди, к сожалению, пострадают. Поэтому, друзья мои, оставил ссылочку в сообществе. И здесь оставлю ссылочку. Переходите на мой канал Яндекс.Дзен. Вроде как говорят, что Яндекс.Дзен тоже монетизируется, но, к сожалению, там я, наверное, уже не соберу столько подписчиков. Но просто, чтобы нам с вами не теряться, я не знаю, есть ли смысл теперь сюда что-то выкладывать. В общем, пока непонятная информация. В общем, на всякий случай, у кого есть Яндекс.Дзен, переходите, подписывайтесь туда. А дальше уже будем следить и смотреть, что же все-таки произошло и что будет.